А ну, отвалите! Какого... Эй, привет, дружок. Откуда ты взялся? Повезло вам, салага. Мы почти вас ликвидировали. Ликвидировали. Он так и сказал. Фу, ни капли деликатесности. О, черт. Всех бы вас поубивал. Не тебя, длинный язык. Не, тебя, Эдди Хелл, ждет жизнь. Но не слишком живым. Вы не выполнили миссию. Позор. Это Квилл. Эти посредственные головорезы утверждают, что леди Хеллбендер наняла их убить нас. Эй, мы не посредники. Мы состоим в лиге. Можно потише? Я думать пытаюсь. Думаешь, ты лучше, чем дерешься? А, потому что дрался он фигово. Смешно. Питер Квилл сражается удовлетворительно. Эй, Дракс. Это комплимент. Недолго нам Эй, сидеть. Это ошибка. Нет. Я не виновен. Во-во, да-да. Космо, Дружбаны ты там? Дружбаны нас спасут. Космо! Да, спасут. Вы будете мечтать о смерти. Молчите. Хорошо, что ты появилась. Было бы еще лучше, если б ты меня не бросала. Я не бросала. Нам было так весело, и вдруг ты... Погоди, я что, был наживкой? Ха! Что ж, твой план сработал. И даже больше. Мы теперь в тюрьме. Тюрьма у нас в голове, Питер. Отсюда, эй, но... Космо, мне очень нужно в туалет. Я лишь труп. Да, не смейте его лапать. Я пипят, меня царапают. О, это еще не все, я тебя ликвидирую. Эй, ребят, не ожидал вас здесь увидеть. Выкуси, писклять. Писклять? Да, и хламажу к тому же. Заткнись и в камеру. Да ладно, тебя обидел кто-то? Ты, и мы увольняемся. Я нет, ты тоже, не разговаривай с ним. Ракета, друг, перестань, мы были в шоколаде. Вы с Грутом не просто охотники за головами. Фырк. Что ты сказал? Я сказал фырк. Так не говори фырк, а фыркай. О, так я и самовыражаюсь неправильно. Сказать еще? Ты правда просто вуф! Я же труд! Ракета, друг! Вуф! Надо было вуф тебя, когда вуф шанс! Вуф есть труд! А вот и не вуф! Ты не вуф-вуф-вуф! Что? Ты вуф надо мной! Я сколько раз говорил, я тебе вуф, не животное! Вуф, ты голова! Иди там вуф-вуф! Я есть труд! Вуф! А где мы? Вы по-прежнему на забвении. Космо! Здорово, приятель! А мы тут как раз... Страж Галактик скажет Космо, зачем они проникли в кору Континуума. Иначе Космо устроит им еще не такой психологический гулаг. Проникли в... Не корми Космо кошачьим кормом, Пётр Квилл. Ты заодно с кровным братом. Специально отвлек внимание, чтобы гадкий енот и разумное древо использовали кору. Возможно, в своих шкурных интересах. Космо также знает, что на корабле Стража Галактик стоит трекер Нова. Я уверен, это поправимое недоразумение. Так? Так. Мы сюда попали из-за событий на скале Нова. Страж Галактик был на скале Нова? Да, чтобы найти Центуриона Карел и выплатить штраф. А что? Странные сообщения множатся в Галактике. Как кролики весной. Космо послал много отрядов на разведку. Все сгинули. Теперь и скала Нова шлет тот же сигнал. Страж Галактик доложен Космо об увиденном. Бойцы Нова убивали друг друга. Я есть Крут.
Они там все словно белины объелись. Или обратились. Да, во время обряда со жрецом. Они говорили про обещание. Так точно, сэр. Братство птиц. Культ негативной зоны. Церковь вселенской... Стоп! Это они. И с ними старикашка. Его челнок накрылся на надежде Хала. Великий объединитель Рейкер, глава церкви вселенской истины. Космо припоминает. Старый культ, весьма влиятельный во время Галактической войны, сейчас полузабыт. Ты сказал, скала передает сигнал. А вдруг их религия каким-то... Нет. Церковь вселенской истины умерла золотокожим богом. Давай мы сгоняем на надежду, разведаем. Что? Из твоих отрядов никто не вернулся. С людьми стало быть напряженка. Мы хотим знать, что случилось, так же, как ты. Да ну. Отправь нас на разведку. Пётр Квилл вечно кидает. Но не мяч у тебя. Мяч. Что Страж Галактик просит взамен? Пустяк. Сними обвинение. Обратись в штаб-квартиру корпуса. Пусть аннулируют наш штраф, и мы летим. Это совсем не пустяк. Признайся, Люнявый. Без нас никак. Нас? Пока что. Или у тебя другие глупцы на примете? В Советской России Космо не стал бы верить ушлым капиталистам. Но до Родины далеко. Зато Космо знает о силе залога. Корабль Стража останется на забвении. Что? Только не наш корабль. Мой. И как найти надежду Халы? Как енот знает. Идем, время не ждет. Так куда мы направляемся? В первое поселение. Из прежних времен. До того, как Тиландрук явилась. А первое поселение шахтеров не исчезло? Нет. Заброшено. В основном. И строго засекречено. Фейр. Это сюда ты вломился? Приложив немало усилий. Стоп. Это кора континуума? Лучший способ попасть на корабль корпуса, пока тот не исчез. Ты нашел Карел? Где она? Корабль находится в системе Элидра на орбите планеты Мусора. Контраксий? Космо не удивлен, что гадкому еноту нравятся мусорные планеты. В уборных там можно найти ценную информацию. Вся планета теперь транслирует тот же сигнал, что и скала. Космо не понимает, почему и зачем. Все эти бары, игровые залы и бордели. Может, это не так и плохо. Мы найдем Карел и спасем Контраксию. Может, не стоит разбрасываться обещаниями? Мы Стражи Галактики. Это наша работа. Я с тобой, Питер Квилл. Правда? Конечно. Воодушевляющая речь. Подлизы. Много кто знает об этом месте? Немало. На всю галактику не рекламируем, но ученые разные прилетают. Знает Танос об этом месте? Ха! Мертвый король титанов нас больше не волнует. Я удивлен, что грызун смог обойти твои системы безопасности. Гадкие... Так что это? Еще один лифт? Я есть. Сами поймут. Попрошу отойти, Страж Галактик. Что за величественное колдовство? Да вообще, как будто не видели гигантской руки из другого измерения. Прошу на ладонь. А если проблемы? Как вернуться? По паспорту.
Он свяжется с Кузмой и, если проблемы, вернет Стража Галактик обратно. Я иду. Лучше уж ты, чем этот капитан отважный. Мара, расследуйте, что с кораблем корпуса. Доложите с помощью паспорта. И ты скажешь миросознание, чтоб не было штрафа? Косма постарается. Удачи, Страж Галактик. Тут есть ремни безопасности. Хоть теперь тебя не вырвет. Это... колдовство? Это головокружительно. Ты привык. Мы в космосе. Где-то между космосом, между измерениями, между временем, даже между реальностями. В каком смысле между? С этой штуковиной мы можем попасть куда и когда угодно. Даже в несуществующие места. Типа... прямо дух захватывает. Мстители! Общий сбор! Что за название? Мстители. Так и должно быть? Должно? Это еще цветочки. О, Пэт Беннетар и Джоан Джетт, храните нас. Что за богов ты поминаешь? Боги. Дракс? Смеюсь не я. Это дурное предзнаменование. Мы все умрем. Прячься, не прячься. Я тебя найду. Или это другая реальность. Знакомый звук. Точно другая реальность. Смотрите, Человек-паук! Стоп. Это Земля? Питер! Мама? Скорее, твоя подружка уже здесь. Заходи, Джейни. Питер сейчас будет. Серьезно? Джейни? Итак, вперед! Надежда Халлы! Наверное. Держись, Грут! Прибываем! Халла, сохрани! Ханни! Ну, понеслась! О, не может быть! Вы в порядке? А разве похоже? Я постараюсь включить гравитацию. Ну, супер! Значит, так навсегда и зависли. Ракета, подскажи, что мне искать? Дракс, скажи звездному подкосту, что для создания искусственной гравитации используются внешние магистрали питания. Зверь говорит найти магистраль питания. Ясно. А как она выглядит? Передай ему, что остатки заряда должны быть видны на его визоре. И пусть кончает задавать идиотские вопросы и спустит нас. Здесь произошло что-то ужасное. И как ты догадался, по отсутствию силы притяжения или по разгрому? И то, и другое улики. Вот это нам и нужно. Ну так бери ее! Ладно, ребята, я вас быстро поставлю на ноги. Я нашел батарею, вроде целая. Пригодится. Скажите ему, чтобы не выбрасывал. Не выбрасывай ее, Питер Квилл! Вижу ничего подходящего. Так, у меня тут две магистрали. Скажи ему, чтобы он их включил. Я жду. Спасибо, Грот. Так, я установил аккумулятор, но ничего не происходит. Серьезно? Я жду. Ладно, скажу ему. Слушай меня, Кополюб.
Что ты там видишь? А, тут синий провод и два разъема, желтый и красный. И зеленая штука. Не трожь зеленую! Вот орать тут на меня не надо! Ладно, ладно. Так, воткни провод в любой из разъемов. Нам ведь нужен только импульс. Прям в любой? Да без разницы, выбери сам! Мне начинать нрав... Была не была. Вот ща! Не восстановлю. Тебя же просили, Квилл. Я сделал все как. Я впечатлен. Ты такое умеешь? Я сам в шоке. Его оружие становится все смертоноснее. Уже второй раз улучшаются. Третий. Если это третий, то когда был первый? Когда меня похитили, и мама умерла. Нужно продолжить выполнять задание, Сар. Сначала надо разобраться с обломками. Грот прав. Немного энергии решит проблему. Бьёшь об заклад. Этот кабель знал, что нас тут всё. Говорить его не пришлось. Может связаться с Космо? Рассказать, что мы выяснили? Я есть Грут. Кодовое слово? Я есть Грут. Ладно. Грут хочет, чтобы мы договорились о кодовом слове. Неплохая мысль. На случай, если нас возьмут в плен. О-о-о! Кодовое слово верхом на звездах. И будем звонить Космо, когда разберемся, что здесь происходит. И предлагаю всем употреблять выражение «в отчет для пса», чтобы помечать информацию, ценную для расследования. Да. Как скажешь. В отчет для пса. Что-то заставило экипаж покинуть корабль. Может, они уволились? Не всем свойственно сбегать при первой же проблеме. Это намек? Нет, адресная критика. Бросьте. Ракета ушел, но вернулся. Остальное неважно. Даже расследование пса? И все ли в порядке с Ники и Корел? Ладно, и остальное важно. На что еще способны его пути? Я бы сказал, что он мне их не дает. Драк, мне нужно, чтобы ты потопал. Разумеется, если это приведет нас к нему. Расскажи мне о своем задании, Грызун. Зачем? Я ищу общие темы для разговора. В мозгу у тебя сила притяжения не включена. Интересно, много народу спаслось? Не очень. Объясни свою оценку. Живые посылают аварийные сигналы. А пес сказал все тихо. Это единственный выход, но нет электричества. Нормально. Что же это такое? Возможно, это ключ ко всему нашему расследованию. Вы это почувствовали? Ага.
Так же было, когда включал силу притяжения. И сам он, конечно же, ни при чем. Уметь! Тут все прям как на скале. Вот именно. Последняя отчаянная попытка удержать его. Все произошедшее связано с этим кораблем. Может, твоя подружка, повстречав тебя, спятит? Питер Квилл не способен говорить о такие бесчинства. Ладно, проберемся в каюту Карел. Скажите-ка Квиллу! Да хватит уже! Мы можем общаться нормально. Ладно, ты готов к тому, что твоя подружка не выжила? Теперь ты уже просто злобствуешь. Здесь только резервное питание. В отчет для пса. В отсеках корабля отсутствует питание. Что мы упустили? Давайте сначала. Нас арестовала твоя подружка. Как и великого объединителя Рейкера. И его корабль взорвался. Не с этого ли все и началось? Может, Рейкер что-то вез на корабле? Может, газ? И случилась утечка? Я раньше такие штуки подстраивала. Ну точно. Через вентиляцию газ разнесется по кораблю. А нам бояться? Раз мы до сих пор не спятили, значит нет. Странно, что здесь никого нет. Кто-то должен был здесь остаться. Наверняка поджидают нас с пушками наготове. Вот завернем за угол и... Я знал, что пригодится. Откуда у тебя их ключ? Ники дала, чтоб мама не отняла. Давай, подожди. За такой 1000 дадут. Ты в курсе, что делают в корпусе с теми, кто их обворовывает? Я не вру. Оглядись, на что спорим, что тут уже некому нас казнить. Что ты надеешься здесь отыскать? У Ники по всему кораблю были секретные ходы. Она могла оставить тайное послание.